Ну вот она. Не, вот тот звук. Да это питбайки поехали. А, это не питбайк у тебя? Нет. Бутулес. Фига себе. А говорят, ты о восходе мечтал же, да? Да. Сделал. Вот это конфигурация, ребят. Да. Поехали. Да поехали, у меня вон, прошивка сбилась. Опять? Угу. Сосок колом встал, колесо спущено наполовину. Давай спустим до конца и провернем. Да? Да. С черенок от лопаты принесу и это самое. Да, она легко у меня. И как бы этот насос. Я после тебя, братулец. Мы ж ту сторону поедем. Лес сзади едет, вообще не слышит. Он сделал систему оглушения супер Акратович, по-моему. Вот. И плюс он переделал задние амортизаторы. А-ля восход сказка. Ну, короче, это он сам расскажет об этом. Нарытые, да? Да. Блядь, чуть не въебался. Поедем налево сюда. Задние амортизаторы работают у братульца. Дом построили, да? Мы поедем туда и переедем эту реку Яузу. Эти недоделки могли и здесь ямок накопать где-нибудь. А надо с этими ребятками поговорить будет. Потому что люди, видать, немножко не в себе, эти дети. Нужно как-то объяснять людям, что так делать нельзя. Эти ямы, видели, они увеличились. Он, видать, каждый день катается, подкапывает для кого-то.
руль трава. Трава по самый руль. По самый не балуйся руль. Ну, брутулец, конфигурацию слепил какой-то. Молодец. Я не ожидал от него такой вот подлости. Объедем! Брутулец, наверное, мы объедем. Вот сюда направо. Объезжать будем? Ну, можно по прямой проехать. А что объезжать? Вот раз видел, чтоб я заднюю включал. А у тебя ее нету. Ты ж как танк. Поедем по чуть-чуть, да, вперед. Здесь а если там по пояс? А что по пояс? Планета по пояс едет. Ты главное это. Чего? Провиант не потеряй. Ух. О-о-о. Ну давай. Аминь. Ну а я за Денисом. Я возьму правее. Блять, тут тоже квадрик шел. Попал в колею. Квадрик шел, попал в колею тоже. Да, сюда. Ну а что, лето, теперь уже тепло, можно ехать. Муравьиных этих куч навалом в траве. Ну, это любимая наша переправа. О, май гач! Ну, здесь тоже мы пройдем. Главное этот, рогами не зацепиться за этот. За ветку? За ветку. Да она высоко. А рога маленькие, а рог нету. Ну, а что делать? Ну, а что делать? Кобыле хобот приделать. Надо ехать. Ну, да. Раз сюда уж приехали. Мы чтоб приехали, чтоб развернуться. Нет, чуть, наверное, правее может пойти. Да. Потому что там же колея. Там колея самая глубокая. Я уже мокрый, мне уже пофигу. Да я знаю. Уже ноги промочил. Я поехал, ты как хочешь. Я за тобой. Давай, аминь. Так, братулец. Ай-яй-яй! Ёпт! Я чуть не усрался, блять! Галоши полные. Через... Ну, в речке помоем. Ну, а что делать? Да. Туда куда-то нам. Ну вот так, ребят, мы ездим. Ну а что делать? Ну у меня сапог полный. Через край набрал. Он-то не особо дырявый, поэтому не вытекает. Блять, у меня в ботинке какой-то нахрен жук. Сука, шевелится, блядь. Тунец какой-то. Подержи, Володь. Тунец. Эй! Вылазь, бля, приехал. Сука, курва. Ну, противный, блядь. Бля, мотор новый у братальца. Да, абсолютно. Новее не придумал. Все чистенькое, все ух. Да. Ничего не болтается, главное. Ну что ты делаешь? Трасс сыпется. А что ты делаешь? Это маятник, да? Я не... Да.
А задние у тебя работают амортизаторы нормально? Где хоть они работают? Я ехал сзади, видел. Ушел с трассы, куда-то соскочил. Ну вот смотрите, вообще трава высокая, как я говорил, она продолжает расти. С природой не поспоришь. Лопухи. Сука, курва. На второй ехал, нечаянно нажимал, нейтралку включил. Вот такие у нас тут тропы. Если бы вот сейчас не защита переключалки, сейчас бы уже проблемная была ехать. Передачу постоянно выбивала бы. Вот. Вот защита лапки КПП у меня приварена. И вообще чики-чики-пуки. Красота какая, ребят. Это вам не эти, не Амстердам голландский, фу, МС-200 тысяч, или МС-20, перееду немножко. Собака где-то лает, блядь. Слепую едешь, а заодно еще и в глухую. Ну что у меня? А у меня тормоз нажимается этим. Я думаю, что он не едет. Сапел. Палатка чья-то стоит на бережку. На третий, по-моему, еду.
Едем туда вообще, даже мы не договаривались, куда ехать. Просто едем прямо. Денис пошел, а я за ним. Че, сюда поедем? А? Показал здесь по шею, но здесь все сухо, здесь нету сейчас, здесь все засохло. Я объехал этот мураволник. Вот турник. Фу. Это да. Вот это да, я сегодня помазал цепь. Хлюпает полная нога воды. Фу. Вообще просто полная. Ну а что делать? Делать нехера. Будем так жить. Эх, бляха, попала. Жарко, да, братулец? Теплышко, хорошо. Мы всю зиму ждали этого. Чтоб я так промок, блин, полный тапки. У тебя и жопа мокрая. Да весь в воде. Ух, ну ладно, всем пока.